В сети всплывает видео о саранче, мигрирующей из Актобе в Кустанайскую область. Видео оказалось фейковым и снималось на территории Астраханской области. Информация в социальных сетях, которые на границах нашей Актюбинской и Кустанайской областях, эта информация ложна, потому что наша территориальная инспекция, мы была встреча недавно. Только вчера наша территориальная инспекция, руководитель территориальной инспекции Айтекебийского района, встретился с Камыстинского района, руководителем территориальной инспекции Кустанайской области, Камыстинского района Кустанайской области. Там совместно провели обследование, но такого ничего не нашлось. Там чисто было. Из республиканского бюджета на борьбу с саранчой в 2019 году выделено около 53 миллионов тенге. Запланировано обработать соответствующими химикатами около 57 тысяч гектаров земли. Обработку от насекомых в этом году начали 30 мая и закончили 3 июня. По фактически обработано 48 928 гектаров. Это, если в процентном отношении, 86,9% плана. У нас каждый год уменьшается. Вот это мы вовремя ведем работу по протравливанию против саранчевыми. Поэтому в прошлом году, например, был в 2018 году план 184,5 гектаров. Это почти, можно сказать, на 70% уже уменьшилось. 21-22 июня на просторах интернета также появилось видео, на котором якобы на границах нашей области и западно-казахстанской орудуют полчища саранчи. На место сразу выехала инспекционная комиссия, но по прибытию обнаружить насекомых так и не удалось.